Фильм о красоте и невероятной силе людей, о сохранении памяти и культуре, о малоизвестных страницах истории, о лучшем, что есть в человеке. В Самаре открылся 16-й международный кинофестиваль «Соль земли». Традиционно в нем принимают участие известные сценаристы, операторы и режиссеры. И, конечно, фестиваль «Соль земли» — это фестиваль, который позволяет не только посмотреть новые фильмы, открыть каких-то новых режиссеров, которые работают на уровне Российской Федерации, наших стран ближайших, стран СНГ. Но и, конечно, в первую очередь, это общение с зрителем, который приходит на эти фильмы. В этом году в отборочную комиссию поступило более 500 работ. Все они прошли тщательный отбор. В конкурсную программу вошли 70 самых ярких документальных картин. Самый главный критерий – это где кино. Вот понимаете, вот если вы увидите там, будете смотреть программу на хорошем экране, с хорошим звуком, если вот что-то прибежит вот так, понимаете, я могу честно сказать, у меня пробежало. Бесплатные кинопоказы пройдут на площадке кинотеатра «Художественный», в Доме культуры «Победа» и кинотеатре «Под открытым небом Филин». Следить за событиями можно, не выходя из дома, на официальном сайте фестиваля в режиме онлайн. Это сделано для того, кто-то далеко живет, кто-то в разных странах живет. Приехать не у всех есть возможность на нашу самарскую землю, поэтому открыли такой кинотеатр, получили добро от всех авторов, и люди могут наслаждаться прекрасными картинами. Традиционно фестиваль «Соль земли» не обходится без участия особых гостей, среди которых актер театра и кино Егор Бероев. Звезда сериалов говорит, каждый фильм способен чему-то научить и заставить посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Вопрос в том, как мы видим эти истории. Ведь многие из нас не видят вообще ничего. То есть настолько закрыта возможность восприятия мира, настолько она замусорена какими-то наносными такими вещами, что мы не можем отделить плохое от хорошего, не можем увидеть смысл, понять смысл, не можем увидеть настоящее. Первый фестивальный день завершился показом художественного фильма «Дорога к дому». В центре истории – отец Александр, православный священник, житель провинциального городка. Его привычный уклад жизни нарушает мистический визит юной девушки. Желая ей помочь, он начинает расследование трагических событий. Фестиваль проходит при поддержке областного правительства, администрации Самары, президентского фонда культурных инициатив и клуба почетных граждан Самарской области. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.